Привет, вы на канале Brothers TV, и сегодня мы хотим сделать такой, мы хотим стрелять в баллон, как бы в шарики воздушные. Да. И мы купили вот такой лук, очень классный лук, он был на скидке в магазине, купили стрелы и будем сегодня стрелять в баллоны. Итак, смотрите, вот какой лук. Вот такой мы сейчас его будем открывать. И посмотрите вот. Он был 39,72 доллара. Мы его купили за 9 долларов. Вот. Он был на скидке. И стрелы. Стрелы по доллару. Вот. И сейчас мы будем стрелять. Да, Боя? Да. Так что, смотрите. Итак, Артём, ты готов? Да. Ну, давай. Ну. Готов? Да. Прицелился. Вверх подними лук немного. Вот так, давай. Богдан будет пробовать. Давай. Вот сюда мы. Стрелу вот сюда запихаешь, вот смотри, вот только вот сюда, заставляешь вот ее сюда, вот еще немножко повернуть надо, натягивай, вот прицелься, прицелился, давай пускай. Вау, вот тут вот пошла. Сейчас Карина будет стрелять, давай. Давай. О, Дима! Сейчас папа будет стрелять. Какой, желтый? Да. Что ты хочешь? Готовы? Да. Ну так, внимание. Есть! Я попал в синий! Так, Артём натянул. Давай. Попал. Сейчас Богдан будет стрелять. А ну, Артём, отойди. Ну, не там держишь. Руку. Так, руку здесь надо держать. Вот здесь снизу, да. Ну, поднимай. Давай. Зеленый. Богдан пробил зеленый. Артём, не пробил. Сейчас Боя. Не ще тримай руку. Вот тут вот треба руку тримати. Во. Молодец! Good job! Сейчас Карина! Артём, давай сюда! Готовый? Да! Ну, давай! Мимо! Мимо! Я смотри сюда! Володя, смотри сюда! Ты готов? Да! Ну давай, прицеливайся. Это мой. Давай. Это мой. Боя попал опять. Молодец, Боя. Дай пять. Good job. Я мазу, да? Ты попал, но не пробил. Мазу, да? Да. Ладно, сейчас Карина будет. Я попал. Кариночка, держи.